Жил-был один веселый мальчик, которого звали Стефан. У Стефана было много различных игрушек, с которыми он любил играть. Но любимой игрушкой Стефана всегда была Белоснежка. Он играл с Белоснежкой и 7 гномами целые сутки. Но вот однажды он узнал о Майнкрафте, и его жизнь изменилась. Ой, да, хватит, отпусти, паскуда, тошнит уже. Ай, иди до сердца. Ишь, говнюк украл моего Стефанчика, украл. Украл Стефанчик. Ой, наконец-то уснул этот дебил, а, мелкий. Так, можно... Псы, парень! Пс, 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 пс. А ты еще кто такая там, а? Чего тебе надо? Я Белоснежка! Белоснежка я! Ты говнюк украл моего Стефанчика! Он все время со мной играл, а теперь с тобой! Вообще, кто ты такой? Какой Стефанчик? Он мне вообще не нужен! Я сюда пришел, чтобы все игрушки освободить! Я мир хочу уничтожить! Игрушки завладеют всем миром, понимаешь, Белоснежка? Ах ты что, твой Майнкрафтер! Ой, ты плохо меня еще... Ну, а ты мне не хочешь помочь? Да, я может, тебе помогла, конечно, но у меня тут мои гномы сошли с ума и держат меня в этой тумбочке. Я не могу отсюда уходить. Я не знаю, ну ты понимаешь, мы делов тут наделали, весь мир бы уничтожили, а? Этого Стефана, малого дебила проклятого, который тебя уже не любит, да? Ну ладно, а если я разберусь с этими гномами, а? Ой, да ты с ним не разберешься, такой майнкрафтер, как ты, не сможет разобраться. Ой, сейчас бы оскорблять майнкрафтер, да майнкрафтер что тебе покажет? А ну где эти гномы, а ну тайди, Белоснежка, сейчас кирку в рыло засажу. Да-да-да. Ой. Ну давай, докажи, что Майнкрафт крутой. Опа! А? Подожди. Ой, а че куй, пойди сюда. Ой, ты что так делаешь? Держись, майнкрафтер. Опа! Видала такое Белоснега? Или Снежка, о, или нифига себе, ну, нифига себе. Мадам, разрешите представиться, я Стив. Да, здравствуйте, я Белоснежка. Так, в чем проблема, Белоснежка? Гномы не отпускают, да? Вот, да, вот эти вот гномы они не отпускают. Ты с Руни справишься, я вот уверен. Не справишься, не уверен. Так, Белоснежка. О, пацаны! Белоснежка, посиди тут, мы сейчас разберемся. Привет, пацаны, я Стив, здрасте. А, так, ну что, давай, наливайте. Да, пацаны, до встречи, еще встретимся. Ой, отлично, посидели. Белоснега, отойди, Белоснега, спускайся. Что тебе надо, все, гноми тебя отпускают, можем валить отсюда. Ну вообще нормальные ребята, что ты там не могла договориться? Как у тебя это вышло? Как? Ну, пацан с пацаном нормально разберется, ты меня еще майнкрафтером называешь, а? Видишь? Ладно, все, майнкрафтер моя любимая игра, теперь это Майнкрафт это лучше, вот, обожаю влоги Майнкрафта, вот. О, вот. Да, прикольно. Короче, Белоснега, у меня уже план давно с самого рождения появился, как захватить мир. В общем, Белоснега, нам какой-то транспорт нужен, средство передвижения, а то, как ты видишь, хата тут большая у хозяинов, да, будем долго бегать. Ты тут знаешь? Ну знаешь, ты мне в принципе помог сбежать от гномов, поэтому так уж и будет тебе помогу. Я вот видела там на верхней полке есть солдатики, с ними вот Стефанчик раньше игрался. Панчик. А там у них. Там у этих солдатиков вот на той верхней полке есть еще какие-то вертолеты, возможно, они пригодятся. Они рабочие? Ну я не знаю, вроде Стефанчик как-то ими управлял. Давай. Вот найдем, наверное. Главное, чтобы там ракеты были, пулеметы, сразу так захватим всю хату. Ой, упал случайно. А то как мы туда залезем? Мы то не сможем залезть. Ой, кирка на веревке у меня есть. Как же я к тебе залез, а? А у меня-то ничего нету. Да, мы сейчас как-то разрулим ситуацию эту. А это кто еще такой? Это Вуди. Вуди тоже с ним раньше играл со Стефанчика, теперь перестал. Как ты появился? И все это в этом Майнкрафте. Ну что, я виноват, то, что малыш Майнкрафт полюбил, а? А этого что? Это кто? Вот это кто вообще? Что это за зеленый фиг? Это мои фраера с игры тоже с Майнкрафта, но с ним лучше не дружить, он очень плохой. Не надо его будить даже. Ну, и вот того тоже, такой. туда тоже даже не подходить. Не подходи туда. Так, ладно. Белоснега, нам как-то нужно туда залезть. Как бы нам залезть? Так, сейчас. Может. Опа. Ай-яй-яй! Подожди. Ой-ой-ой! Ты что, ты меня бросаешь, да? Ты меня бросаешь? Не. Вот, держи. О, а как этим пользоваться? Ой, ну вот, пускай куда-то вот эту кирку, только не у меня. Один раз нажми, а не зажимай. Убирай! Всё.
Ты дурак, блин. Ты чё и вылетел? Дебил! Ой, эти ваши все новые технологии вообще непонятно как работают. Сейчас я попробую. Давай, Белоснежка. Сейчас папа покажет тебе, как... Ага. Ой, куда? Куда ты, я не туда полетела? Давай, а, полетела не туда. Да я. Куда ты, Белоснега? Ой, лечу. Отпусти, шифт, отпусти. Не зажимай. Так, давай. Непонятно. Прыгай, Белоснега, давай. Прыгаю. Ой, получилось. Так. Как нам выбраться сейчас отсюда? Чуть-чуть не померла, чуть не померла. Сейчас взломаем тут немного тумбочку, так, сейчас. Дай мне Белоснега, я выше заберусь. Ладно, давай. Короче, Белоснега нам еще повыше нужно, вот туда забраться, на вот ту тумбочку. Ой, так, боже ты мой, да что я подписал, где мои гномики? Они все за меня делали. Так, все, я забрался, лови. Опа! Ой, со своей киркой на веревке, ё-моё! Так, да не в меня стрелять, давай. Ай. Залази! Ой. Да ты заколебал уже. А почему я умираю? Ну всё, Белоснег, молодец, давай кирку. Ой, мам дорогая, давай эту ещё... Да, вот давай. Опасно. Так, нам... Я тебя повыше сюда, давай, Белоснега за мной. Повыше. Ой, я так далеко еще никогда не лазил. Мне так, сейчас еще. А ты куда я провалился? Так, повыше нам. Ой. Это что такое? Белоснега твое? Или Стефан? Не, это не мое. Это вот мама Стефанчика играется иногда вот этими вот игрушками такими. Игрушками? Что такие за странные игрушки? Первый раз вижу, в Майнкрафте такого не было. Это прикольные игрушки. Игрушки для взрослых. А, для взрослых? А что, взрослые тоже в игрушки играют? Первый раз слышу вообще. Да, вот смотри, это называется Дилмен. Вот Дилмен? Это как Спайдермен, да? Какой-то супергерой новый. Да, наверное, я сама не знаю. Я вообще игрушки мало знаю. Вот. Ну ладно, странно. Ну это труселя, понятно. Вот тот-то я так и не понял. Как вообще его используют? Куда он приставлен? Я не знаю, может его нужно, я не знаю, там, трогать его надо. Не знаю, ладно, пойдем отсюда. Понятно, что игрушки надо трогать. Как ты с ним еще играться будешь, а? Главное в рот не засовывать. Детей нужно учить, игрушки в рот нельзя засовывать. Вот, в рот нельзя засовывать, точно, да. Так, давай, Белоснега, сюда. Ой, так. Ага. Смотри, какой вертолет. Давай вот этот заберем и сматываемся отсюда. Ой, не, мне этот не нравится. Тут какая-то разведка тупая, мне этот звездочка не нравится. Я такие не люблю. Ой, бабы тупые. Да как нормальный вертолет. Ладно, так. А вот этот военный, вот такой прям, смотри. Ой, военный это для мальчиков. Я такое не люблю. Вот. Я девочка, мне хочу другие вертолеты мне подавайте. Бабы. Ладно, давай повыше заберемся. Так. Да давай, пойдем. Сейчас мы к солдатикам придем, они нам что-нибудь подскажут. Каким солдатикам? Да сейчас увидишь, там прикольные солдатики. Привет, мальчики, привет, мальчики. Да пошли отсюда, они сейчас нас убьют, не будем у них ничего тырить, давай сваливай. Так, а ну не ссать, так все, они... Они уже испугались, все, быстрее забираем. Ни хрена себе, баба боевая, так, ладно, давай залезай, иди сюда, сейчас, подожди. Так, вот это мне нравится, да. Это нравится? Давай. Поехали. Ай, все, навстречу приключениям!